Алло, мам, привет. Загадай мне что-то еще. Что? Подписчик спрашивает. Макс, ты умеешь борт из флэт? Да, я делал, но давно, так что давайте проверим. Сейчас я смогу это сделать. Всем привет, ребят! Сегодня я буду делать трюки от первого лица. А снимать я их буду вот на такую вот камеру. Вот так вот примерно все это будет выглядеть. Ставь лайк, если тебе нравятся трюки от первого лица. Макс 0 на самокате. Но для начала, перед тем, как мы поедем в скейт-парк, я хочу заехать в магаз и купить себе фингерборд от Hot Wheels. Кстати, вы вообще знали, что Hot Wheels выпускает фингерборды? Например, я только недавно узнал. И вообще, напишите в комментариях, как вам тематика с Hot Wheels. Почему я это спрашиваю? Дело в том, что совсем скоро сезон заканчивается. Да, у меня есть где снимать видео про самокат, и я буду продолжать это делать. Но я заметил, что самокат зимой вас мало интересует. И я ищу какие-то еще интересные темы. Недавно я снимал видео, где я ездил по магазинам Таллина и искал чужие заначки Hot Wheels. Это видео не залетело, но вы поставили много лайков, и многие посмотрели его до конца. Так что я подумал, что эта тема вам может быть интересна. Чтобы ролик был не просто скучный, я позвоню своей маме, чтобы она мне погадала трюки. Знаешь что? Поеду я, наверное. Алло, мам, привет. Да, привет. Как дела? Слушай, у меня сейчас идея появилась. Можешь, пожалуйста, мне погадать трюки? Я сейчас в скейт-парке. Вообще любые. Не, папа не может, он меня снимает. Все, давай, спасибо, еще буду звонить, давай. В общем, мама мне загадала первый трюк – киклес. Что-то киклес было слишком легко. Давайте сделаем фулл киклес. Алло, мам, да, привет. Да, я сделала этот киклес, даже посложнее. Ну, в видосе увидишь. Загадай мне что-то еще. Окей, хорошо, все, давай, пока. В общем, мама мне загадала барспин, но барспин я уже делал в фулл киклесе, так что давайте я сделаю линию с разными барами. Любимых трюков, и он нравится мне больше, чем просто обычные два бара. Мам, привет еще раз.
В общем, я сделал бары, но так как бар слишком было легко, я сделал линию с бара. Ну, ты увидишь тоже в видосе. Так что загадай мне еще что-то. Хорошо, сейчас сделаю. А вообще мама мне загадала драй. Погнали. Я решила его сделать скат, потому что я его никогда в жизни не видела от первого лица. Ну и сейчас давайте еще сделаем интвист и 270 скат. В общем, я сделал то, что ты загадывал мне. Давай гадай еще. Хорошо, все, давай. В общем, мама мне загадала бутылька. Ну, сейчас сделаем. Погнали. В общем, подписчик спрашивает: Макс, ты умеешь борты из флэт? Да, я делал, но давно, так что давайте проверим. Сейчас я смогу это сделать. Да, могу. Оп, все четко. Мам, привет. Ну давай все, последний трюк уже. А ты уже устал? Что? Флэйр? Ладно, давай, пока. Мама мне загадала флэйр. Ну что ж, надо сделать, а то мне мама она ругает дома. Как я такое должен делать? В общем, вот такой вот ролик получился. Надеюсь, вам понравилось. Ну, я думаю, раз вы смотрели до сюда, то, скорее всего, вам понравилось. И напишите также в комментариях, как вам идея с подвесами, стоит ли снимать или лучше не надо. Ну и как вам ролики от первого лица. В общем,